привезли свежую подкормку. Здесь было большое стадо кабанов. Вот это загон для маленьких кабанов, потому что большие, как правило, не дают кушать маленьким, так как у них своя иерархия. И поэтому мы построили вот специальную кормушку. Сюда большой кабан пройти не может. А маленький проходит. А маленький проходит, и он может спокойно здесь кушать, как егеря, охотколлективы обычно занимаются биотехнией, подкармливают животных, строят такие вот кормушки или вывозят корм в места, самые посещаемые зверем. Получается, что охотники и люди, которым больше всего дела есть до животных. Ну, конечно. Мы охотимся, мы занимаемся восстановлением, охраной зверя. Это самое главное. Когда кабан идет, оставляет за собой канаву, это, наверное, шли олени. А чтобы стать охотником, какие нужны документы? Что нужно для этого сделать? Ну, во-первых, сдать экзамен в госохоту, получить боровский охотничий билет, хотя бы год стажироваться в охотколлективах, вот, заниматься биотехнией, зимой ездить кормить, общаться с охотниками опытными, потому что это не просто взять ружье и идти в лес. Но в основном с вышки, да, вы стреляете? Да. Из года в год кабаны сюда приходят. У них не выработалась рефлексия, что здесь их просто убивают? То есть, ну, вот каким-то образом они друг другу эту информацию передают? Мы стреляем кабана. После этого недели две сюда не приходят из этого стада. Но они придут через две недели сюда обратно, потому что кушать хочется. Много от оружия зависит в охоте? О, очень много. Как называется этот прицел с красной точечкой? Коллиматорный прицел. Коллиматорный. Кто играл в Call of Duty или в прочие компьютерные игрушки, стрелялки, знает. Такая длинная-длинная красная линия. Оказывается, это еще используют не только, чтобы террористы вас стреляли, еще и кабанов. Сделано во Франции, написано, ружишко. Я иду на охоту для общения с природой, с друзьями. Посидеть у костра, увидеть зверя. Получаешь просто заряд, потому что город, такой темп жизни очень напряженный. Здесь отдыхаешь после города. Получается, что вот этим своим энтузиазмом вы больше животным помогаете, чем вредите. Потому что очевидно же, что отстрел не идет в промысловых масштабах, и за этим, ну, так у него следят. Да, вот здесь мы начинали наш коллектив охотиться. Здесь только зверя не было. Сейчас здесь вот на этих площадках порядка 30 кабанов. А оленей здесь вообще никогда не было. Сейчас порядка 15 голов оленей ходит. Косули есть. Все условия. Я думаю, что я бы его простил все-таки. Убежал бы он у меня. Ага, вот оно что. Думаю, что как же вы целитесь? Видите точку? Ага. Слушай, круто. Ну вот, куда точка, куда вы нацелились, туда и пуля полетит. Валерий, скажите, вот мы с вами сейчас в засаде, шепотом разговариваем. А как зверь вообще чует, выходя на поляну, есть там люди или нет? Они наши следы же могут почувствовать. Ну, да, есть опытные свиноматки. Несколько лет назад я в Березину охотился, это Витебская область. Егеря меня подвезли прямо к вышке, и я сразу поднялся, и следа не давал. Ну, буквально через 15 минут вышло стадо кабанов. Я думаю, они подошли к кормушке, и все сигалетки начали кушать. Я думаю, где же свиноматка? А потом я услышал, она под вышкой охрюкнула, и они убежали в лес. Я думаю, сейчас придут. Но, получается, она выследила вас каким-то образом. Да? Она унюхала. Угу. По неопытности я громко разговаривал, и
кабанов спугнуть мог просто. Да, Валерий? Да. Потому что, когда сидишь на вышке, нельзя разговаривать. Ну, будем считать, что сегодня им повезло.